Представляю вашему вниманию пожарный автомобиль с подачей водообразимой струи на базе автомобиля Ford. Оснащен всем необходимым аварийно-спасательным инструментом, гидро, дымососом, также оснащен выдвижными пневмотанкратами. Особенностью данного автомобиля является установка высокого давления гидроабразивной резки «Мангуст». Объем бака с водой составляет 750 литров. Пена бака 45 литров. Объем бака для абразива составляет 9,5 литров. Также эта машина оснащена осветительной мачтой для проведения аварийно-спасательных работ в темное время суток. А также автомобиль оснащен медицинским комплектом для оказания первой помощи, гранатно-спусковым устройством, набор для укрывания острых кромок, система ориентирования, электрический набор, насосная станция, аварийно-спасатель и шансовый инструмент.